Мур, привет, друг, это Зверько. Я же говорил, что установка Unity — это на свой страх и риск. Все неофициальные источники несут в себе кучу багов. Теперь попробую помочь тем, кто не может вернуться на основу. Итак, процесс такой. Открываешь настройки приложения. Далее, в место, где хранится кэш. У меня это называется хранилище. Нажимаешь «Очистить кэш». Потом «Назад» и «Удалить игру». Перезагружаешь устройство. Находишь в Play Market официальный установщик. Ставишь. Заходишь и проверяешь. Не забудь дождаться догрузки данных в игре. И если способ не помог, остается вернуть телефон к заводским настройкам и вновь все ставить. Такие пироги. Надеюсь, видео тебе помогло. Подписывайся на канал и ставь лапку. Удачи, друг!